Привет, народ! Снова я со своими бензопилами здесь в эфире. Вот надо спилить вот это вот тройное дерево, которое растет на газовую трубу. Газовая служба сказала спилить. Раньше не было трубы, и дерево было маленькое. Теперь оно выросло на всю трубу, которую провели над этим деревом. Пилить дерево лучше всего сразу уже стоящее, на мелкие кусочки оно пойдет на сжигание. Вон там далеко бочечка. Ну давайте посмотрим.
процессе пиления может растянуться цепь от нагрева. Вот, видите, она чуть-чуть подрастянулась. Под рукой надо иметь всегда вот такой вот ключ, отверточку. Вот здесь вот отверстие, подтягивается цепочечка. Сначала гайки надо отпустить с легонца. Раз, два. И подтягивается. Вот видите. Это у всех так в процессе. От нагрева всегда цепь растягивается. Имейте это в виду. И вот тут вот снова затянуть. Сильнее, но без фанатизма. Вот видите, цепь вот должна быть вот на пол зубчика, вот так вот оттягивайте и вот пол зубчика. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом все.